О, все, лайф, лайф, а там никого нету. Воскресенье. Да, все, все равно просматривать будут. Потом сохраним, можно выложить куда-нибудь. Уйду. Сейчас ты не забыла, ты не. Да не, вон народ пошел. Да? Ну. Народ, привет! С вами Виктор Симкин, Игорь и настоящая Мулатка. Она, мы не пытали нам на вас. Это пытались, но она не далась. Мы с ней тренируем спину. Сегодня уже чуть-чуть потренировались, сделали одно движение, а это второе. Нормально, оп. Сердца льют. Да. Сердца. Сердечечко. А еще у меня сегодня день рождения. Да, увидев сегодня день рождения, не хотите его поздравить, 30 человек, которые нас смотрят? 34 уже. Ты только услышал про день рождения, подсоединились. Да, 35. Привет, Витя из Казани, говорят. Здорово, Казань! О, это ради вас! Повторение ради Казани! О. С днюхой тебе пишут. Брат, Влад, спасибо. Самое главное в день рождения проводить так, как тебе нравится. Вот это больше всего мне нравится. Чувствую, мое лидер спорт в Питере. То же самое. Да, в Санкт-Петербурге. Кстати, приходите, может быть, кто из Санкт-Петербурга. Сегодня будет мероприятие в Брутал на Науке, новый магазин. Будем разыгрывать призы, будет дегустации бренда Вепла, будет розыгрыш призов. Также там квест идет от Брутала. Приходите, даже 100 тысяч рублей можно выиграть, так что еще есть время побороться за них. С днем рождения все пишут анаболизма, короче, ты тут... Анаболизма? Да, это прости хорошо. Прости большой, побед, удачи тебе тут пишут. Спасибо, ребят, очень-очень приятно. Из Самары огромный привет, из Питера тебя поздравляем. Деку успел вколоть, это не тот, кто... Не-не, деку обязательно, без деки, ребят, сегодня... Ну, как на день рождения нет, деку-то не бабанут. Ну, это давно уже, да. Она же почернела от этого. Мулатка спрашивает, где деку колешь? Или ты за Синтолина? Да, задница. Вау! Синтольная задница, это круто. Так, а я чувствую больше напряжения, именно в этой зоне. Все, отлично. Трапеция, видишь, хорошо напрягла? Смотри, она напрягает трапецию, и вот вся работа именно здесь. Потому что у нее очень сильный верх спины, а низ вот как раз сильно не... не технику не теряй. О, видишь, пошла работа вот она. Угу. Чётенько, бам, туда все, да, отлично, так, загоняй. Не спеши, не спеши. Вот, частенько. Плавно и... Еще развивай. Все, трапецию. Ага. Давай, без рук. И... Пам! И... Пам! Еще раз. И... Есть! Отлично, супер. Ну, здесь достаточно. Пойдем на бицепс, да, там классный станок. Да, вот сейчас нравится такая тренировка для ленивых. Тоже в тему она вообще, конечно, работает. Ну, видите, мы добегаемся. Да. Как вроде больше на концентрации работы, веса небольшие. Но в то же время эффективность тренинга крайне высокая. Работаем в нужной зоне. Виктор, какие планы на будущее? Какие старты? Так, ребят, сейчас немножко будем о другом думать. Сейчас в проекте развития бренда Victory, потому что...